Всем доброе время суток. Впечатленные вазончиками, или как их назвать, не знаю, которые люди делают, которые Света Хобби Маркет делала. И я сегодня сорвала листы лопуха, далеко не ходила за домом. У нас там растут. И хочу разных размерчиков сорвала. Вот поменьше. Немножко побольше, еще побольше. Большой такой. Вот такой. Ну, в общем, набрала. И сейчас хочу помыть их. И, как Света советует, завернуть в газету, в тряпку. И положу пока в холодильник. А когда муж будет делать раствор, делать этот вот стенку, я под шумок сделаю, чтобы специально мне не заводить, не делать раствор, я наляпаю вазончиков. А почему я положила рядом с тыквой? Смотрите, как они похожи. Листы тыквы похожи, тоже такие колоритные. Поэтому, если надо будет маленький, допустим, вазончик, ну так просто для композиции, можно использовать лист тыквы. Так, идем мыть листья. А вода горячая, горячая. Сейчас я их помою с двух сторон. Я не знаю, даже эти обрубать, не обрубать, наверное, может, не надо. Пусть питание поступает к ним еще немножко. Купаться под такой водичкой. Хорошо, тепленькая, нагрелась. Вот так в газетку, в тряпочку и в холодильник на хранение. А еще я уже по частям перевожу свои зимние поделки. Куча у меня тут вот божьих коровки, грибы. Но это самые маленькие. Я же делала их в шпаклевке, теперь надо... Ну вот этот из цемента у меня. Но его просто приклеить надо. По-моему, из цемента я его делала. В общем, под шумок буду делать себе грибочки тоже. А еще Коль сделал вот такую в шатре цепь. У нас есть лампа, летучая мышь. Можно вечером сидеть. И дома есть лампа. И дома есть, да, кемпинговый фонарь, такой кемпинг, который тоже можно подвешивать себе сюда и это, себя. И будет светить. Цепи продаются метражом. 30 рублей метр. Вот. Зато какая красота. Делаем. Мастер крючочек делает. Чтобы было на что подвесить лампочку. А ну-ка. Торжественное водружение. Красота. Мастер Джок. Ну, лепота. Все подходит под цепочку. Все. Как? Да. Все красиво, все хорошо. Только вечером еще. Такой не купишь крючок. Ты, смотри, как ты его фельдеперсово загнул еще. Молодец. Это огромный такой слепень называется, который коров мучает. Да, людей даже если кусает, очень больно. Его лучше не трогать, а то пристанет. Не отделаешься. Продолжаем строительство нашей стеночки. Вот за ночь обвалилась земля. Хорошо, что не положили туда блоки. Пришлось бы откапывать. Это, наверное, кот прибежал и потоптался. Отомстил за то, что мы его вчера гоняли. Сейчас придется вот... Коле делать еще эту работу, землю откидывать. А у меня продолжается буйство цветения. Я... О! Опять здесь он. Ты чё? Я ж тебя уже отпускала. Вот, распустились еще белые у меня. Я просто нарезала 21 пион, отвезла свекрови и Колиной сестре, чтобы это порадовать их немножко.
И у меня вот еще распустились белые. Смотрите, какие красивые. Ой, вот. Красотулька. Вот. Очень красивые. А пахнут как... Очень хорошо пахнут. Тут белые они пахнут лучше всех. Не так, как розовые, не так пахнут. Тут белые прям хорошо пахнут. И розовый тоже красивая форма. Вот. Очень красиво. Жалко, что они быстро отходят. Вот уже привяли. И в вазе долго не стоят. А я вычистила здесь участочек. Огород. У меня не будет больше огорода. Вот эта вся территория, которая будет под огородом. Остальная территория будет у нас для красоты, для отдыха. Сейчас спрошу мужа, нужна ли ему моя помощь. И пойду попастись по клубничке. Что тут за ночь? За ночь, что мне тут природа приготовила? Все, примерка закончена. Теперь мешать цемент с песком и укладывать. Но это после обеда. Прям мастер. И уровень у него висит на арматуре. Я говорю, как мастер, и уровень-то у него висит на арматуре. И кувалдочка. Вот эти две этих травинки убери. Не мешают они тебе? Ну да. А на обед у нас салатик, огурчик магазина и майонез. Остальное все редис, петрушка, укроп, лук, все свое. Картофель отварной с курочкой. И на запивончик компот из черноплодной рябинки с грушами. Сама варила. Вот. Такой дачный наш обед. Курочку тоже сама делала. Начинаем делать раствор. Дело в том, что мы вот это корыто, вот это, купили еще в том году, по-моему. Думали, что вручную будем делать. Потом купили перфоратор, ой, миксер. И купили вот такую бадью на 40 литров. Ну, решили сначала сделали вот смесь песчано-цементную, 1:3. И будем вот в этой воде замешивать. Первый камень заложен. Вот такую бадью мы цемента сделали. Вот, мы остались ночевать, потому что уже первый ряд положили. Первый день кончился. И вот лампа, которую я говорила, в действии. Летучая мышь называется. Ну что, повесим? Давай, повесим. Повесим, повесим. О, так хорошо. Нормально же? Хорошо, что низко, да? Ну. Если бы выше было, темно было бы. А так отлично. Вот как светло. Сейчас чаек с оладушками. Чай с мелиссой, с оладушками, с сухариками. Кому что нравится. С музыкой. Хорошо поработали. Можно... и почаевничать. Всем мира и добра, спокойной ночи и до завтра.